Здравствуйте. Почему сразу на все узбекские машины останавливаете, а остальные пропускаете? Если они покажут, они пустые. А в смысле пустые? Вот мне регистратор видео, я вот вас снимаю сейчас. Вот три машины только узбекские тормозили, остальные все пропустили. Хорошо. А и что? Я что-то спрашиваю, документы проверьте нормально. А в смысле проверите? Мы этот по транзиту же едем. Я откуда могу узнать? А как вы откуда могу узнать? Вот, допустим, в таможне есть транспортный контроль. Есть ВСИ, мы перегрузим, не таскаем. Если что-то не то, вы все, почему так поступаете? Вас как зовут? Дельшот меня зовут. Я не экстрасенс, я инспектор ДПС, я проверяю, все нормально, ради бога, езжайте. А что будете проверять сейчас меня? Документы ваши. Что-то незаконно. Представляешь, к тем времени. Представь, что так было? Представь, вы не слышите? Не, мы просто устал, потому что вот все время узбекские машины сейчас вот трое тоже остановили, а там в Астрахани тоже. Слушай, я не могу обогреть тело, если ты не хочешь, понимаете? Я вам объясню, почему я ваш автомобиль остановил. А так вот, видите, вот ваш тоже коллега поехал дальше. То есть мне его догонять, правильно? В смысле? В смысле уехал? Ну, уехал вот так вот. И что? Вот такая вот с вами беседа, так быстро вас поставил, ради бога, езжайте, все нормально, документы в порядке. И он пытается поехать, а вот из-за вас... Нет, просто, понимаете, по этой режим труда мы не успеем, да вот, каждый гаишник что-то тормозил, и чтобы дальше уехать, ну какое-то там время мы теряем. Я вам еще скажу, я за всех остальных не могу вам ответить, я вам ответил вопрос. Я у вас, мои дети, что есть такое такое? Есть? Что? А или все направо, да, сейчас? Или все направо? Все верно. Блядь, кто-то трубу бухмель, а вас заебал, короче.